Лето не только самое привлекательное, но и опасное время года для детей. Родители часто оставляют их без присмотра и позволяют выходить во двор самостоятельно. За 2019 год в Сарове зафиксировано 11 ДТП с детьми. Большинство из них произошли в жилой зоне. Родители не правы. Вот в отсутствии контроля за детьми, пусть даже во дворовой территории или жилой зоне, здесь такая же проезжая часть. Также двигаются автомашины, также двигаются мотоциклы. И поэтому здесь нужно втройне быть осторожным и внимательным. Одна из самых частых причин ДТП во дворах – внезапное появление ребенка на проезжей части. Припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники и деревья для водителей могут оказаться слепыми зонами. Дети не смотрят по сторонам ни во дворах, ни на улице. Элементарное правило не ездить на велосипеде через пешеходный переход нарушают практически все. Повлиять полицейские могут только словом. На детей административная ответственность не распространяется. Пострадал велосипедист, опять же, предварительно по своей собственной осторожности, когда он выехал на проезжую часть, опять же, при выезде из жилой зоны, не имеет права велосипедист переезжать проезжую часть дороги перпендикулярно, даже по линии тротуара и обочин. Психологи считают, что дело в природе поведения ребенка. В 90% случаев дети не видят опасность, когда ничто не мешает обзору. Водителям нужно помнить, что двигаться по двору можно со скоростью не более 20 км в час, а ногу держать над педалью тормоза, чтобы остановиться в любой момент. Бабушка 3-летнего Серафима убеждена, что за детьми во дворе нужен особый контроль. Без присмотра никак нельзя. Они здесь вот и всякие вон лесенки или чего, он еще маленький. А потом машины. Надо обязательно смотреть за ними. Инспекторы уверены, что взрослые должны стать их союзниками в борьбе за детскую безопасность и просят родителей не оставлять малышей без присмотра и учить поведению на улице, а водителей проявлять максимальную осторожность при движении в жилой зоне. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.